Забайкальский фонд капитального ремонта многоквартирных домов в целях снижения финансовой нагрузки на жителей региона не будет начислять пени за несвоевременную и неполную оплату взносов. Также жители региона могут заключить соглашение на рассрочку платежа. Об этом сообщается на официальном портале края. Вопрос приостановки уплаты взносов, как это было сделано в Москве и области, очень сложный. Принимать такое решение нужно обдуманно, взвесив все за и против. Пока такое решение не принято, об этом сказала исполняющая обязанности генерального директора Забайкальского фонда капремонта многоквартирных домов Марьяна Грибанова. Сразу два альтернативных сценария Парада Победы обсуждаются Министерством обороны и правительством России. Об этом сообщает информагентство РБК со ссылкой на два источника в Минобороны. Речь идет о переносе юбилейного Парада Победы в полноформатном режиме на начало осени, когда празднуется окончание Второй мировой войны. Также обсуждается сценарий проведения парада 9 мая без трибун. Кроме того, рассматривается возможность переноса празднований на 7 ноября, дату, связанную с парадом 41 года, который принимал Иосиф Сталин. Превышающие средние многолетние значения пожары прогнозируются в Забайкальском крае в апреле, мае и июне. В сентябре, по прогнозу, будет гореть восточная часть региона. Апрель и май из-за отсутствия осадков и ветров будут непростыми не только для Забайкалья, но и для Бурятии, Приморского, Хабаровского краев и Еврейской автономной области. Прогнозируется, что гореть будут регионы Центрального, Южного, Приволжского и Сибирского федеральных округов.